кто смотрит канал Уральского усадьба, привет. Сегодня у нас 27 мая 2017 года. Была построена теплица арочная, шириной 2 метра, длиной 5 метров. Конструкция стоит у нас на брусчатой на 100, брус пропитан антисептиком. По торцам сделаны разрезные двери форточки. Сам каркас теплицы сделан с профильной трубы 20 на 20. Окраска полимерно-порошковым способом. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Теплица закреплена в земле с помощью колышков. И также установлены диагонали кокосины. Сегодня установили теплицу шириной 2 метра, длиной 5 метров, арочной формы. И довольный клиент хочет оставить свои комментарии по этому поводу. Да. Большое спасибо компании «Уральская усадьба». Я очень довольна, качественно, быстро и все сделано как нужно. Я очень благодарна. Откуда узнали про нашу компанию? А у меня муж. Газета. Из газеты. Из газеты. Да, нашел там объявление и все, и быстро согласились, любое время, как нам удобно, так приехали и сделали. Спасибо. Вам удачи, работы большой, денежной. Спасибо большое. Чтобы все было у вас хорошо. Вам хорошей работы, вашей семье, детям здоровья. Спасибо большое. Ну вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, пишите свои отзывы, истории. Молодцы, хорошо сделали. Всем пока. Приветствую всех подписчиков канала «Уральская усадьба». Сегодня 18 мая 2017 года. Смонтирована у нас тепличка арочная 2М. 2 метра ширина, 3 метра длину. Небольшая, но очень вместительная и надежная. Свалена теплица с профильной трубы 20 на 20, стенка 1,5 мм. Полимерно-порошковый окрас светло-серого цвета. Фундамент брус 100 на 100, пропитанный антисептиком. Поликарбонат карбоглаз агро 4 мм. Просто и со вкусом. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить пальцы вверх. Узнайте много интересного, полезного. У нас можете заказать очень много всяких разновидностей теплиц, навесов, металлоконструкций для загородного дома, сада. Смотрите наш канал, подписывайтесь. И, возможно, в вашем огороде будет стоять такая же красивая, надежная теплица.